Сегодня вы станете свидетелями просто эпического провала. Средства? Нет, не просто средства, а эффективного средства от избавления волос Эпилаж. Наверняка, если у вас есть Инстаграм или любая другая социальная сеть, вы уже миллион раз видели рекламу, там, где на ноги или на другие части тела наносят вот такую вот черновато-зеленоватую, иногда синеватую слизь, которая застывает одной пленкой, и потом ее как бы вот так вот одним движением срывают, и волос как не бывало, вообще супер просто эффект, еще и натуральный состав. Я, естественно, тоже миллион раз эту рекламу видела, и более того, вот эта вот штука была в топе комментариев под предыдущим видео нашумела. Многие из вас тоже хотели, чтобы я ее протестировала, о ней рассказала, и это меня возвращает к тому, что продолжайте писать комментарии насчет того, что мне тестировать в будущих видео, потому что эта рубрика построена сугубо на ваших предпочтениях, на ваших комментариях, на ваших пожеланиях. Вы можете посмотреть, что другие люди пишут, ставьте туда лайки, самые залайканные комментарии я буду принимать во внимание, будем с вами разбираться, тестировать самые-самые-самые нашумевшие в интернете продукты, будь они нахвалены просто какой-то рекламой или какими-то блогерами, или неважно кем, мы с вами обязательно все протестируем и честно разберемся, в чем там дело. Так, возвращаемся к этой злосчастной штуке. Вы знаете, очень много вообще мест, где можно ее купить, и каждый там пишет, что у нас только оригинальная продукция, мы работаем непосредственно только с производителем, без посредников. В общем-то, на один такой сайт попала и я, купила я вот эту штуку, причем там было написано, что мы не берем даже предоплату, а вы можете оплачивать при получении, чтобы убедиться, что вот это вот оригинал, и вот это вам 100% прислали именно классную штуку. Хотя как на самом деле это можно определить, если, ну, я не представляю, как должен выглядеть оригинал, как выглядят подделки этой штуки. Я думаю, большинство, кто это заказывает, приблизительно так же, наверное, будет себя чувствовать. Что же касается предисловия, насколько я слышала, опять-таки из соцсетей, Эпилаж — это какое-то французское ноу-хау по удалению волос нежелательных с тела. Это натуральный состав, но в то же время я вот не врубила мозги и изначально это не проверила. Потом, когда я уже вот этим вот попользовалась, я решила поискать оригинальный французский сайт, скажем так. И я не знаю, я не нашла ни одного сайта, который бы мне показался достоверным. 99% сайтов, которые выдает поисковик при поиске Эпилаж, это какие-то наши сайты, украинские или русские, которые, знаете, откровенно выглядят как эта штука называется, диван на колесах или как, там, где вам показывают, там супер острый нож, там только сегодня позвони по этому номеру, и ты получишь его вместо 1 000 000 рублей, мы продадим его за 100 рублей, и в итоге тебе привозят тупые, как пробка нож, ножи, и вот мне кажется, что эта штука работает как-то приблизительно так же, потому что все эти сайты, которые я вижу, они все построены таким образом, как и вот эти вот рекламы по телевизору. Либо это какие-то совсем ужасные сайты, которые сделаны за 5 минут, либо вот какие-то вот такие, типа там акция, куча типа отзывов, там звезды какие-то отзывы там типа пишут. Ну, короче, в общем-то, я заказала эту штуку. И давайте перейдем к сути дела, да? А, смысл в том, что здесь есть даже, по-моему, инструкция. Ой, в середине была там. Да, я ее сохранила. Сейчас я вам тут все это продемонстрирую. Вот такая вот бумаженция. Это напрямую они, блин, с французами работают, которые вот такую вот бумаженцию, напечатанную на принтере где-то, я не знаю, где, в подвале, наверное, вкладывают. Ну, неважно, ладно, инструкция. Значит, состав здесь у нас: ментол, природный антрацитовый уголь, куркума, мятное масло, сандаловое масло. Способ применения. Короче говоря, эту штуку нужно развести, как здесь написано по вот этой мега-инструкции, один к одному, и до вот такой вот густой какой-то консистенции. После этого вы наносите это все, допустим, на ноги, я наносила на ноги, и вот так вот одним движением вы это все срываете. Ой, тут начинается самое интересное, потому что вот эта штука
по своему виду, я вам потом ее вблизи покажу, она мне напоминает, вот я вам честно скажу, после того, как я начала ее разводить водой, мне показалось, что в этой упаковке находится хна в перемешку с желатином. Вот ничего другого, кроме этого. Нет, ну может быть там еще, конечно, что-то намешали, но основные компоненты, которые там находятся в этой упаковке, это хна и желатин. Потому что как только начинаешь добавлять горячую воду, появляются вот такие вот как бы комочки, вот как желатин, один в один, как желатин просто, и она начинает быть вот такой вот вязкой, какой-то противной, и помимо этого это все в катышки такие сбивается, и я вот руками чистыми наносила, я не использовала ни перчатки, ничего, и у меня даже вот руки покрасились как после хны, вот таким вот немножко рыжим оттенком, как после йода. Так вот, переходим к сути дела, нанесла я это на ноги, естественно, абсолютно ничего это мне не удалило, ни единого волоса у меня это не удалило с ног, как я не пробовала, оно застыло, да, на ногах, потому что это, как я уже сказала, там принцип какого-то типа желатина или я не знаю, короче, оно на ногах типа застыло, но когда его снимаешь, оно снимается неравномерно, оно вообще ужасно выглядит, оно даже близко не похоже на то, что показывается в рекламе и в целом в рекламах вот этого средства. То есть две консистенции просто категорически разные, которые даже отдаленно друг друга не напоминают. И абсолютно это не работает. После этого я начала читать отзывы где-то там уже на независимых сайтах. И очень многие люди, кстати, подтвердили то, что там действительно по ощущениям как будто желатин и еще что-то. То есть кто пишет там куркума, кто пишет еще что-то. Но реально пачка желатина, извините, не стоит таких денег, за которые продают эту штуку. И я практически вот полностью уверена, что 99% сайтов, которые торгуют вот такой вот штукой, которая выглядит вот так вот, это 100% какое-то мошенничество, не в прямом понимании, потому что вас никто в прямом как бы понимании не обманывает, да, то есть вы все равно что-то получаете, но это что-то абсолютно не работает. Но, кстати, чтобы к ним не было никаких претензий, они здесь, знаете, что написали, что результат зависит от индивидуальных особенностей вашего организма. То есть, если на вас эта штука не сработала, это индивидуальная особенность вашего организма, а не полная фигня, а не продукт. Более того, ладно бы оно еще не сработало, так я еще, когда его пыталась содрать со своих ног, я так материлась, потому что оно в итоге уделало мне всю ванну, и из-за вот такого вот желатинистой консистенции, потом мне надо было еще ванну всю вымывать. Короче, это травмирующий такой опыт у меня был с этой штукой. Обязательно напишите, пробовали ли вы заказывать пилаж, что у вас получилось, сработал он на вас или нет. Может быть, где-то вы действительно смогли купить оригинал, и у вас был хороший опыт с этим средством. У меня же он был просто отвратительный. Поэтому, если где-то существует оригинал, то мне бы хотелось знать, где он, потому что вот это 100% не может быть оригинальным, супер-классным средством, которое показывают в рекламе. Поэтому, если где-то существует действительно французская марка пилаж, которая круто работает, мне бы хотелось узнать, где, и, может быть, я бы тогда заказала где-то напрямую за границей, попробовала бы протестировать уже именно заграничную версию, и тогда рассказать вам, в общем-то, делитесь, потому что я уверена, что это промысел каких-то просто мошенников, которые подсовывают какие-то продукты под видом чего-то, возможно, под маркой, под видом марки этой пилаж. Я не знаю, в общем-то, что именно происходит, но конкретно я вот говорю только об этом продукте, не о марке в целом, как бы конкретно об опыте с этим продуктом, он у меня был просто отвратительным. Ну что ж, надеюсь, это видео стало для вас полезным, я очень надеюсь, что так и было. Обязательно поставьте палец вверх, оставляйте комментарии, что тестировать мне в будущем, о чем вам рассказывать. Как видите, я ваши желания продолжаю исполнять. Подписывайтесь на мой канал, кто подписывается на мой канал, тот никогда на мошенников не попадает, потому что я всегда расследует такие дела и оставляю ссылки только на проверенные сайты. И, в общем-то, на этом я буду заканчивать, с вами прощаться, и мы с вами увидимся в следующих моих видео.